Кажется, здесь тоже делают умный светофор. Доброе утро! А я очень сильно опаздываю на педикюр. Ну как сильно? Я, наверное, опоздаю минут на 5, но для меня это много. Потому что я всегда предпочитаю приезжать заранее. Погода сводит меня с ума. Просто у меня выкручивает ноги вот от колена до пятки. Просто как будто мне ее вот так вот веревкой перекручивают. Вот когда уже придет мороз? А мы с вами едем практически в Первомайку. Я здесь бываю ровно раз в полтора месяца. Вот такой я вот однолюб. Я люблю своих мастеров и за ними езжу на другие концы города, когда они куда-то переезжают. Еду за Саней, смотрите, как красиво убрали наконец-то забор. Фонарики поставили такие под старинный стиль. И стало очень даже симпатично. Я забрала Саню. И мы решили подождать Полишку. У нее через 50 минут закончатся уроки. Ну, потому что мы ее очень мало, я ее вижу. И мне хочется ее тоже забрать сегодня. Есть такая возможность. И мы решили с вами прогуляться. Оставили машину и идем к Волге. Короче, мы с Саней уперлись в забор. Здесь не пройти получается. Тут другая сторона стадиона. Мы с вами через забор полезем. Здесь какой-то старый автобус стоит, божечки. Ну, да. Бедный стадион. Да, Сань? Ты тут... Никто автобус не терял? Нас не наругают? Нет, а что нас ругать? Здесь все открыто. Мы же не через забор перерезали. Пойдем по кругу с тобой по стадиону. Не очень долго мы гуляли. 10 минут, наверное, прошлись вокруг стадиона. Несмотря на то, что на улице 10 градусов, очень холодный ветер. Прям вот еще здесь около реки. Ну и, к сожалению, на речку мы не попали, да? Поэтому мы так вокруг стадиона прошлись и обратно вернулись. Ну, здесь ждать Полишечку. Носом шмыгает. Смотрите, что мы купили. Это первая в этом году хурма. И она не... Сашечка, помолчи, пожалуйста. Это помидор невидимый. Я сейчас тебя высушу. Она настолько нежна, что Поля ее даже не выпускает из рук, бережет, как свои сырые яйца. Как свои очи. Короче, она прям мягкая. Я прям уже представила ее вкус во рту. Обожать. Что, моя одна? А еще мы взяли все на шаварму. Испанский. А еще Саша надо имунельку на труд, пустую баночку, поэтому нам придется купить целую имунельку. Все баночки только вчера выкинули, допили целую упаковку и мунели. Не вовремя, не вовремя. Спасибо, учительница. Если вы смотрите это видео, то спасибо мне плюс несколько мунелек. Опять у нас картина маслом. Что, зашел? Вот, да. Короче, в Пятерочке двери Саню не видят. А он пошел за мунельками сам. И не мог зайти. Сейчас мы с вами будем есть хурму. На заднем фоне такие глаза. Только посмотрите, какая она красивая. Поднимите ручки, кто любит хурму. На заднем фоне тоже. Бог мой. Ну-ка. Великолепная. Ну, сейчас, ну, делай. Делай.
делать было нечего, делать было нечем, да? Тех, у кого дохнут рыбы дома. Как называется? Сколько берем? Всего? Тоже починять все нужно? Да. О, прям, ну реально получилось. Ты зверька. У нее какая-то из кожи, да, потом? Да, давай попробуем ее снять. А, нет, это все. Крем для... Благодаря вот этой, видимо, составу, она просто волочку пропитает. Крем для рук. Так. Только не ври, что тебе понравилось. Молекулярная кухня здесь написана. Блюдо пробовать незабываемо. Проходим. Хорошо, что кредит закрыли. Зачем мне дать вишенку или перчик? Вишенку. Да, это можно есть. Я готов, что подключу дальше. Итак, пробуем через. Тоже с пакетиком. Если папа будет умирать, это ни в пакетик не поможет. Фу, у тебя упало, смотри на стул прям. Отстой. Это просто даже не похоже. Вкусно. Фу, пакет. Да, по вкусу напоминает такой фанту с мелом перед. Давай вот так. Много пузырек. Кидай сюда. Давайте возьмем на съемки.